На острове Русском открылась краевая школа медицинских волонтеров. Подать заявку мог любой желающий, принимали студентов со всех вузов Приморского края. Особые навыки для участия не нужны. Достаточно иметь желание помогать людям. Диана уже учится на врача и все равно решила прийти на медицинские курсы. В начале года перед поступлением нам рекламировали волонтеров-медиков. Меня очень зацепило. Я, если честно, весь год хотела попасть. И для меня это отличная возможность. Это только начало. Участники разделились на команды, познакомились со своими наставниками и теперь готовы изучать основы медицинской помощи. Месяц волонтеры будут изучать теорию и закреплять ее на практике. Человек может прогуливаться по парку, он увидит, что кому-то стало плохо, он может подойти и оказать первую помощь, вызвать скорую элементарно. Стать учениками школы медицинских волонтеров пожелали не только российские, но и иностранные студенты ДВФУ из Индии.